Итак, здравствуйте, мы снова с вами. Я уже съездил в Пермь с дедушкой, все нормально. В больничку съездили, приехал обратно. Сейчас времени 6 часов вечера, 24 марта. И с Гошей мы гуляем. Гоша, иди. Дай шишку мне принеси. Шишку. Сейчас команду вспомним. Ну, команду-то он знает, просто чтобы предмет он нашел. Гоша, шишку мне принеси. Что я у тебя прошу? Шишку принеси. Это веточка. А ты мне шишку дай. Ну-ка, давай шишку ищи. Ищи. Где шишка лежит? Сейчас найдет что-нибудь. Давай, неси. Ну-ка, где шишки лежат? Смотри, как много вон валяются. Ну-ка, давай, тащи шишку сюда. Давай, ищи. Шишку неси, ну-ка, давай. О, нашел. Обмен. И вот она шишка. Гоша, молодец. Молодец, вспомнил. Иди ко мне. Не хочешь? Эй. А? Так, сейчас прогуляемся. Гоша полетает. И домой. Также часа на два, как вчера в вечерней прогулке. Да, Гоша? Погуляем, походим, побродим. Сегодня относительно тепло, где-то минус 1 градус. До этого было градуса 3, наверное. Кстати, собака бежит. Вот, но сейчас минус 1. Нельзя! Ну-ка, иди сюда! Собаки лезет. Ну, какой? 3 куска мяса у меня забрал. Да, Гоша? 3 куска мяса у меня забрал. Я не сумел быстро вытащить мясо из сумочки. А вот если собака так на тебя наступит, что, тоже только кричать будешь? Ты-то с ней не потягаешься уже. Тебе только улетать. Слышишь, Гоша? А, там еще кто-то вон ходит. С собакой гуляют. Люди. Эй, Гош. Ты в трех соснах не заблудишься? Ну, тут их больше. Ты свои заначки ищешь? Гоша. Ну-ка иди сюда. Куда пошел? Ну-ка на дерево садись. Гоша, иди сюда. Сюда иди. Вот и сиди тут. Сейчас тебе мяско дам. Хочешь? Кусочек. Хочешь? Голос. Молодец. Блин, много дал. Ладно. Он у меня сегодня еще не ел. Так что нормально. Эй, булочка. Ты булочка? Булочка. Красотулечка. Секатор. Гоша, тебя в ТикТоке прозвали секатором. Потому что веточки хорошо ломаешь. Смотри, веточка. Гоша, вон,
Давай, ну-ка, сломаешь? Иди сюда. Смотри, какая веточка. Что-то ему пофиг на эту веточку. Так, ладно, пошли мы дальше. На, проследи, чтобы никого на пути не было. Вот, и дальше его отпускать. Ну, уже вечереет. Гоша все еще тут и купается, и гоняет. Так, сейчас камеру переключу. Вот, Гоша тут летает. Летает, гоняет. Да? Ты истребитель? Вот, я думаю, ну, хоть как-то он типа, сегодня развеялся. Вот, потому, ну, важно птице каждый день летать. Хотя бы там 2 часа, если есть время, вот, как у меня, допустим, сейчас, по максимуму использовать, чтобы нагулялся, налетался, наигрался. А то целый день в вольере сидеть, ну, это такое. Вот так вот. Сейчас идем уже в сторону дома, потому что будет скоро темно. Вот, такие дела. Ну что ж, сегодня видео короткое, поэтому вот как-то так. Все, спасибо за просмотр. Вас, если хотите... Короче, хотел бы просить у вас лайк и подписку на канал, если не сложно. Вот, я буду рад. Да? А от Гоши вам привет. Так, сейчас. Мы к привету подготовимся. Ну-ка, привет передай. Вот. Молодец! Вот так вот.